Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я покажу с устом NPS модера Minecraft Bug Edition. Это уже вторая версия моды, поэтому здесь нам сбирали довольно разные ошибки и добавили новые функции. Но чтобы активировать мод, вам придется спавнить жителей и тапнуть этой штучкой по этому жителю, после чего вы можете начать его так, чтобы он ходил за вами. Да, как видите, он сейчас будет ходить за нами, и вправду он ходит за нами. Или вы можете сделать, чтобы он стоял на одном месте, после чего он становится и будет лететь в одну точку. Ну а дальше вы можете сделать, чтобы он атаковал вас в режиме выживания или был мирным жителем. Но это уже самая главная кнопка, где вы можете адаптировать его формат. Вы можете сделать его маленьким, а можете сделать его большим, взрослым, можно сказать, персонажем. Также можете назвать его эффект, что будет из него выходить. Critical, портал, happy. Эффект части можете также расширить вот эти эффекты, сделать их большими или маленькими, или настроить их количество. А теперь давайте ему дадим скин, друзья. Нажмем рандом, и у нас появился вот такой рандомный скин. Если не ошибаюсь, то это вроде Аид. Я вообще не знаю этих ютуберов, но вроде это Аид, друзья. Это уже такой слайм такой. Ну, как видите, очень классный слайм в таком костюмчике. Давайте продолжать дальше экспериментирование с этим модом. Ну и вы можете, конечно, его сделать совершенно обычным мобом. Например, мы сделали его таким скелетом и сушителем. Да, очень классная штучка. И давайте теперь его отправим на прогулочку. Давай, бегай, дружок. Дружок, бегай. Ну, конечно, в этом моде вы можете настроить его голосовой чат, но это делать очень долго. Ну, не скажу, что трудно, но это просто очень долго, и на это уйдет довольно много времени. Ну, лучше возиться, конечно, вот в этой функции, где вы можете настроить все под себя. Друзья, как видите, у него очень много частиц, и все они исходят из его тела. Но мы можем настроить эти частицы. Теперь он на нас злится. Как бы злится, друзья, но на нас он не будет злиться, потому что это умеет только жители. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.